Надо же, кто пожаловал. Чего это ты книжки читаешь? В танках забанили? А тебе что, интернет отрубили, что ты оторвался от компа и показался на улице? Просто услышал невероятное. Сказали, ты впервые не слил игру. Пришел лично посмотреть. Кто это? Да вот, подобрал, бегу как-то по серверу, а он там стоит, мокрый, холодный, АВП просит. Понял, парень? Вот так общаются игроки. Правда? Что, в голове пинг высокий? А теперь вышел, зайди заново и поговори как геймер. Настоящий геймер. Да ладно, давай не очкуй. Это не компот, а ты не школьник. Извини за неудобство. Да нормально. Ну чё, Раки, мид or fit? Ты удачно зашел. Против таких заболеваний у меня есть отличный перманентный подорожник. Воу-воу, полегче. Тут читов нет, все равно промажешь. Что ты, мать его, несешь, ты понимаешь? А что мне, желать хорошей игры? Я что, похож на психа? Да хоть матом крой, но специально портить статистику союзника нельзя. Это самый чувствительный орган игрока. Даже удар по яичкам ему принесет меньше боли и страданий. А что тогда писать? Можешь написать в чате GLHF, главное не спрашивай, что это. Или сказать, спокуха, пацаны, я куплю куру. Даже если ты в контре на Италии. Да, вроде нубас, а вроде и нет. Среди дотеров можешь обзывать лол, среди лолеров доту. Также участвую в обсуждении игровых новинок. Например, эта игра была настолько плохая, что мой кот зарегистрировался на торренте и попытался закопать ее раздачу. Да, не обязательно всегда ругать игроков. Можно рассказать что-нибудь из жизни. Только не надо истории, как ты просил на Новый год хук на Пуджа, а тебе купили портфель. Вот, например, когда я рассказал друзьям, что в Стиме покупаю ранний доступ ко всяким преальфа-версиям, меня критиковали, что у этого нет плюсов. Но когда я рассказал это комиссии в военкомате, сразу признали невменяемым и отпустили. Видишь? Все просто. А если кто достанет, всегда можешь позвать StarCraft и показать всю корейскую мощь. Это все хорошо, но вы забываете, что я не играю в StarCraft. Блин. Может, все-таки подорожником его? Да уж. Ладно, кореец не умеет играть в StarCraft. Охотно верим. Еще верим, что в новых Call of Duty улучшают графику, что компьютер для учебы. Верим в третью халву, радужных единорогов, женскую логику, окей? А теперь иди и покажи мне крутого геймера. Как думаете, пацаны, если мальчик в пабе сыграл 0.30, будут ли уголовно преследовать вражескую команду как педофилов? Блин, вчера побрился, теперь не то, что пиво не продают, в Майнкрафт потянуло. Спасибо за просмотр, если понравилось видео, то ставь лайк, вступай в группу и, конечно же, не забывай подписываться во славу канала.